Всем привет! Сегодня 20 октября. Выборочно буду снимать яблоки на хранение, самые окрашенные, сорта Fuji Kiku 8. Такие вот красивые, здоровые яблоки. Вот это вот, внимание не обращайте, это повреждение градом, было вовремя залечено. То есть, если бы не было обработок после града, вот это все погнило. То есть, у нас был град в начале лета или конец весны. Сильно побило. Самые яблоки, те, что в дребезги поразбивало, я все пообрывал, повыкидывал. А те, что так чуть-чуть травмировало, то провел обработку препаратом Хорус, препаратом Свич, чтобы позатягивало все раны, и чтобы они, ну, сохранить урожай максимально. Так, яблонька на подвое М9. Вот сейчас показываю. Верхний ярус. Вот идут плоды. Сорт Kiku 8. Первое подношение, на нем сигналок еще не было. Именно на этом дереве у меня в саду. Вот, загружено как. Там нижние ветки. Тут тоже как бы загрузка, яблоко урожайное очень. Но может входить в периодичность, если сильный перегруз будет через год урожать. Такие вот красивые бомбезные яблоки. Очень окрашиваются хорошо. Тоже вкусное яблоко, сладющее, твердое, очень сочное. Яблоко, конечно, классно. Я буду срывать самое окрашенное на хранение в руке. Такое яблоко. Kiku 8. Блин, сорвал. Но одной рукой неудобно, потому что надо же другой снимать. Вот такие яблоки. То есть от среднего до очень крупного размера. Такая у них форма бывает. То есть не все одной формы. Те, что не очень окрашены, я уже буду снимать в начале ноября. Самые такие яркие плоды буду снимать сейчас. Такие вот красивые яблоки. Японская селекция. Поспевают чуть-чуть раньше сорта Fuji. Ну, не намного там. Не 10, наверное. Некоторые плоды. Я не скажу, что они там прям намного раньше. Самой земли вот плоды. Конечно, красота. Вкуснятина. У меня этого сорта в саду самое больше. Ну, точнее, не этого сорта, а клона Fuji. И Kiku 8, и Fuji, и Атака, и Отсек Fuji. И Фубракс. Они еще, правда, не плодоносят. Посаженные молодые деревья. Но обычного сорта Fuji самый больше. Мне он самый больше нравится из всех сортов, которые я на данный момент за свою жизнь пробовал. То есть самые-самые вкусные яблоки, наверное. И хранятся без проблем. До самого лета. В обычных условиях, без всяких холодильников в подвале. Нет у него такого свойства, как становится ватным или становится песочным. У этого сорта, вообще у этих сортов такого нет. Вот поврежденное яблоко чем-то. Сейчас укушу, послушайте, какой звук у него. На данный момент очень сладкое, вкусное, сочное. То есть его можно, хоть это и поздний зимний сорт, кушать прям с дерева отлично. И в то же время при хранении он себя показывает еще лучше. Вот еще одно деревцо. Тоже Kiku 8. Вот какие яблоки. Тоже крупные. Тут меньше чуть загрузка, тоже первый урожай. Яблочки тоже есть. Сейчас еще одно покажу дерево. И вот дерево тоже Fuji Kiku 8.
на 4-й год от посадки. Вот так вот загружена. Полностью все ветки улепленными. Сегодня у нас 20 января 2019 года. Нашел вот минутку. Решил снять яблочки. Клон Фуджи. Сорт Фуджи Кику 8. Вот он такой. Так окрашивается более ярко. По сравнению с Ятакой, намного такой он ярче. Ятака бледнее идет. Сорт очень вкусный, очень урожайный. Поспевает на 2 недельки раньше и окрашивается раньше исходного сорта Фуджи. Ну а так по всем остальным характеристикам очень схожи с сортом Фуджи. И по сладости, и по всему. Яблоко не сильно болеет, не сильно поражается грибковыми заболеваниями. То есть даже внутри кроны яблоки в принципе неплохо окрашиваются. Так, сейчас попробуем на вкус. Вот такая вот мякоть у него такого цвета. Сейчас посмотрим. Сорт Фуджи Кику 8. Яблоко очень сочное, очень сладкое, хрумтящее. Прям кусаешь, полный рот сока. С легким ароматом. Сорт этот хорошо хранится. То есть мы вот его сейчас только начинаем кушать. И лежит он хорошо в обычных условиях до лета. Может быть даже летом. То есть я до лета пробовал его хранить. Хранится идеально. Нету такого у него, как песочнеет, как ватнеет, ну... Хорошо, лежит очень хорошо, качество свое не теряет. Я вообще считаю, что это клоны Фуджи, это сорта будущего. То есть сорта действительно очень вкусные, очень товарные, красивые, с хорошим сроком хранения. Сейчас посмотрим, какой вес у этого яблока. Где-то весы тут брал. Холодно, ёлки-палки. Да, давайте поважим яблочки. 318 грамм, очень красивые, 349, 270. Я считаю, что яблоки этих сортов японских Фуджи и всех остальных должны быть в каждом саду. То есть они действительно стоят внимания. Очень перспективные сорта. Очень. И вес хороший, и вкус хороший. Не, вкус не хороший, вкус просто отличный, просто замечательный. Вот и вес хороший. Все классно с этими сортами. Всем рекомендую, сажайте. Будете очень довольны этими сортами. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Будем снимать еще больше разных интересных видео. Думаю, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.